Приветствую на канале, рад, что мы снова вместе и можем заниматься нашим любимым делом – бритьем. Сегодня видео очень интересный крем-мыло для бритья. Это у нас Panacrema Nuovia. Прекрасный продукт итальянской фирмы Panacrema. Хочу сегодня немножко больше вас познакомить с этим продуктом. И самому познакомиться, и вас познакомить. Также у нас идет это мыло, крем-мыло с лосьоном. Даже я бы сказал, тоже крем-лосьон Verde Panacrema. Станочек для бритья у нас Рока. Прекрасный аппарат, мне очень-очень нравится. Лезвие, нет, не физер, лезвие спутник. Мне это лезвие очень понравилось в R41 мюле, и я решил его попробовать в мюле Рока. Помазок у нас сегодня Frank Shaving, Silver Tip, это барсучок, прекрасный помазок. Пену я взбил, но потом я посмотрел на камеру, у меня, оказывается, видео отключилось. Поэтому приходится перезаписывать. Вы, ребята, меня уж простите. Значит, пена отличненькая. Пену я взбиваю, по сути, в новой чашечке. Это чашечка по вашей просьбе, ребята. Подыскиваю сейчас черную чашку, но еще пока не приобрел. То есть черная чаша для того, чтобы лучше было видно пену. Но фирма Luminarc продает такие чаши, буквально там 58 гривен она мне обошлась. Очень-очень-очень достойно. Ну вот, даже получилось взбить отличную пену с этого мыла. Так, хорошо, продолжим. Значит, о чем еще хочу сказать? Смотрите, какая у меня есть штуковина. Эта штука для набора мыла. Здесь даже есть скребок, чтобы набирать твердое мыло. Расчесочка для расчесывания помазков. И вот это вот, этот инструмент, отличный, прекрасный инструмент, гламурный инструмент. Мечта каждого витшейвера. Это подарок от Вадима Викторовича Иванова с канала HLS. Вадим Викторович, огромное вам спасибо. Подарок, ну, реально очень крут. Он мне передал этот подарок через моего товарища. Спасибо большое. С удовольствием пользуюсь вашим подарком. Спасибо. Так, ребята, продолжим. Сейчас смочу лицо. Конечно, техника дает, иногда дает сбои, но хорошо, я вовремя заметил, а то так бы видео сегодня бы и не состоялось. Бывает такое очень-очень редко, но, как я понял, надо глаз да глаз. Значит, мыло это я взбивал по схеме, которую описывает сам производитель. Производитель говорит следующее. 3 грамма мыла и 7 грамм горячей воды. Выжать помазок и начать взбивать пену. Я так и сделал. Вот такая получается пена. Так, пусть чуть-чуточку поработает. А я вам немножко больше баночку покажу и о ней расскажу. Сразу видно итальянцы. Сделано очень-очень красиво. И вместе с лосьоном очень гармонично. Есть, если вы посмотрите, и пломбочка. Чтобы было очевидно, что в мыло никто не лазил. Значит, вот здесь вот я покажу ингредиенты.
Ну, Авиа, Пана Крема, значит, это новый выпуск этого мыла. Я очень благодарен подписчику, который мне прислал это мыло, этот комплект на обзор. Он попросил его не называть, поэтому я и не буду называть имя этого человека, хотя я ему очень-очень-очень за это благодарен. Лосьон Верде. Значит, он безалкогольный. Здесь тоже можно посмотреть состав. Он такой больше похож на крем. Ну, дальше я его покажу. Значит, аромат у мыла это такой, знаете, цитрус. Ну, не просто цитрус верхние ноты, а устойчивый цитрус. Протру губы. Иван просил. Попросил, вытирайте губы, а то, ну, просит человек, надо сделать. Иван, ради вас. Так, аромат цитрус, и он такой, как бы, знаете, не просто верхние ноты, как в парфюме цитруса, как бы они появились и улетучились. А устойчивый цитрус, и это цитрус не просто лимончик, а как бы цедра лимона. Потом немножко лайма, вот я заметил, цитрусовые ноты, они вот имеют вот этот вот лайм бывает. И цветы, вот какие-то цветы, я бы сказал бы белые цветы, очень красивый такой вот аромат, богатый, насыщенный. Ну, знаете, как красивый мужской аромат. Не брутальный, нет. Я бы сказал бы, это именно вот какой-то интеллигентный, такой очень красивый, достойный итальянский вот аромат. Вот понравился мне этот комплект, и у меня именно, знаете, еще от чего? Ладно, потом расскажу. Так, давайте мы забьем немножко еще пены на лице, немножко ее поднимем. Не могу сказать, что пена садится, но немножко хочется ее освежить. И приступим к бритью. Мюллерока, лезвие, спутник, 3 прохода. Длинные стежки, вообще не вопрос. Бреет очень мягко, кайфово. Я, откровенно говоря, недооценивал лезвие спутник. Как-то я с ним не подружился, что ли. Или проигнорировал его. Ну, в начале своего пути я там на биг зациклился. Ну что, кайфово. Очень достойно. Так, идем на второй проход. Пенка супер стоит, классно, не падает. Ребята, про помазок расскажу в следующем видео, в каком-то из следующих, больше. Помазок очень классный. Ну, я не могу сказать, что он вообще не колется, немножко есть, но
не критично. Ну, вообще, интересный экземпляр, очень. Так, поперек. Вот не похоже ни на один станок вообще. Ни на Rockwell, ни на Pyrflex'е. Ну, для меня. Вот сейчас отбреюсь вот с этой связкой и не могу ни с чем его увязать, потому что реально, ну, вот, ребята, очень кайфую. Уважаю мнение любителей физера, сам такой. Но пока кайфую вот от этой связочки. Да, достаточно таким. Клево, все целое. Все целое. Самое важное, что все целое. Ребята, помыл информации практически вообще вот очень мало. На форумах, там, на западных, только фотки парни выставляют. Так, чтобы там как-то описать его, еще что-то. Ну, пишут, типа, ну, классное мыло. Типа, там, в топ-5 входит моих. Там, ну, один пишет, второй пишет. И там оно у многих... топ-3, но так, чтобы там какие-то описания были, еще что-то, ну, не так много. Сайт малоинформативный. То есть, ну, только там, что можно узнать, что там болеют как бы за экологию и все такое. Так, против роста. Здесь сейчас подсниму. Знаете, хочется помахать этой связкой, как шашкой. А она дает о себе знать.
Да, чуть-чуть, что-то меня цепануло как-то. В щетине 2 дня. Ну, рока, я не могу сказать, что рока прям мягкий станок там или еще что-то. Это серьезный станочек. Но бритье само по себе очень комфортно. Ну да, вот покусало меня, конечно. Да, нужны добривочки были, конечно, здесь вот. Ну, такая стандартная ситуация. Ребята, умоюсь и продолжим. Так, можно посмотреть бритье ДФС. Ну, стандартная для меня штука, потому что выбрить у меня вот здесь вот под челюстью, это, ну... Это просто снять весь эпидермис. Это уже какими станками я только не брил. Какими лезвиями. То есть, ну, это не стоит того. Итак, лосьончик. Верде. Пана Крема. Итальянцы. Вот такая вот кремообразная субстанция. Многовато взял. Ничего, лоб намажу. Приятное ощущение. Такие бархатистые. О, вот сейчас вот начала цеплять кожу. Хорошо. О. Вот есть коцочка. Вот здесь вот были небольшие. Так, ну, сейчас обсудим. Так, давайте начнем сразу. Связка. Станок Рока. Отличный станочек. Я бы для себя его назвал отличным ежедневником. То есть вот если мне надо будет снова бриться каждый день, то это вот этот вот станочек у меня и будет он работать в этом отношении. Значит, связка с лезвием спутник у станка Мюллер Рока. Но я бы сказал бы довольно-таки эффективно, но все-таки опасно. Значит, меня зацепило. Тут, ну, сейчас подождем еще. Пусть лосьончик, бальзамчик поработает. Зацепило немножко. Ну, может быть, я немного спешил и, ну, махал этим станком как шашкой, потому что он... Ну, лезвие в нем вообще это не чувствуется. То есть, если с физером будешь более осторожным, аккуратным, то с этим хочется поспешить куда-то. Ощущения, конечно, приятные после этого лосьона. Так, дальше. Мыло. Ну, Авиа, Пана Крема. Отличное мыло. Меня что впечатлило, ребята, это вот как раз
знаете, вот работа вот этого вот комплекта, оно, конечно, ну, вообще исключительно. Вот эта вот гармония, вот это вызывает вот этот вау-эффект, как итальянцы все вот, ну, красиво делают. Как говорил один парень, дай итальянцам какую-то, ну, ерунду, они ее сделают красиво. Дай нашим какую-то вещь, они ее сделают как ерунду. Понимаете, вот итальянцы, вот это вот их оформление, ну, это невероятно. Это очень круто, все сделано, очень красиво и, ну, зачетно. Значит, мыло вот такое вот еще в коробочке приходит. В коробочке у нас вот такая вот инструкция на двух языках, итальянский и английский. Вот здесь как раз вот и описано, как правильно взбивать пену с этого мыла. Значит, пены у меня еще тут осталось. Пены осталось, это хорошо видно. То есть по мазочке еще на несколько проходов очень даже хватит. Чаша, ребята, сработала достаточно-таки хорошо. При этом, ну, достаточно крупный помазок был. Так, ну, что еще? Лосьон. Ну, лосьон, видим, работает. Работает. Значит, если, допустим, оценить мыло, как бы я сказал, дизайн, ну, 5 баллов, 100%. То есть итальянцы молодчаги. Ну, лосьон немножко непривычный, вот эта вот баночка с нажимательной штуковиной. Ну, как бы она больше к кремам, но это, по сути, лосьон-крем, как бы. Ну, оформлено очень красиво, достойно, в ванной комнате стоять будет очень круто, хотя вот и пластиковая такая баклажка. Аромат отличный, цитрус, это просто, ну, тоже восторг. У лосьона что-то подобное, только чуть-чуть как бы помягче. Цена. Ну, цена, скажем так, не дешевая. Что-то там, по-моему, ну, я не готов сейчас сказать. Я цену не помню. Я отдам ссылку на сайт, но что-то там 35 евро, по-моему. Ну, короче, не дешевая штука, учитывая еще доставку к нам сюда, еще если взять и лосьон, то это получится такая довольно-таки кругленькая сумма. Но я бы, ну, реально брал бы вот это вот дело только вот в таком вот комплектике. Мне комплектом очень зашло. Вот я сейчас вот уже второй раз вот его использую, и мне понравилось. Да, все, вот оно убрало. Браво, работает. Так, дальше, ну, цена дорогая. Дальше, ну, у мыла, если брать, вот, допустим, по скольжению, скольжение классное, по скольжению присутствует, значит, какая-то там, ну, лосьон, я не могу сказать, что там срочно надо лосьон, потому что сушит кожу. Или там надо крем после этого мыла, или бальзам. Такого нету. То есть можно побриться холодной водичкой, умыться, и, в принципе, ну, все, если там порезов нету, ничего нету, то можно и остановиться на этом. Немножко мне подпекало кожу. Вот мне показалось, что чуть-чуть какие-то вот были моменты, особенно когда я вот нанес его и придержал. Ну, как бы в прошлый раз у меня такого ощущения не было, сейчас вот я его немножко ощутил. Ну, защита кожи, я, в принципе, покоцался, причем мягким лезвием, хотя станок, я не могу сказать, что супер мягкий. Ну, защита на четверочку, скажем так, то есть какие-то коцки тут от меня были, хотя не глубокие. Так, ну, в целом все. Ребята, спасибо. Спасибо за просмотр и за поддержку. Интересно ваше мнение в отношении
этого мыла, лосьона, кто пользовался, кто хочет попробовать. Ну, реально рекомендую попробовать мыло, лосьон, у кого есть возможность, ну, понятно, там, напрягаться для того, чтобы купить этот комплект, я думаю, не стоит. Есть хорошие альтернативы этому и подешевле. А если есть такая возможность, вот просто приобрести это мыло, лосьон, то, конечно, здорово, потому что этот комплект, он и украсит ванную комнату, ну и хорошо сработает с вашим, скажем так, инструментом в бритье. Чтобы смотреть следующие ролики, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы сразу приходило оповещение о выходе ролика. Спасибо вам за подписки. Мы движемся к 1000, и это приятно. О помазке расскажу в следующем видео. Так, все. Спасибо. Чистой, гладкой кожи всем. Пока-пока. Thank you.